Так почему встреча президента? Потому что Буча. 27-го была встреча или 26-го же, да, была? 29-го. 29-го, да, я сейчас уже не помню. А Буча это второе число, второе или третье. Да, ну, да. Так сначала должна была быть встреча делегация, а потом делегация, президентов. Они готовили рамочное соглашение, mm-hmm. после этого должна была быть встреча президентов. Потому что всегда подготовка документа, меморандум, сигнал партнерам, все остальное, и потом, значит, встреча президентов. Но открылась Буча. Открылась Буча, и президент сказал, я вообще выхожу из переговоров. Коли ми повернулися з Істамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати.